Че, с уманите там? По линковалке кейши есть 51-й. Есть у кого-то 60-е? У меня просто типа Atlas Loot 19-го года. Мне казалось, Steam или 18.00 ребут будет, и шея тогда будет 64-я. Или я ошибаюсь? Нет. Ребят, давайте порезвей, пожалуйста. Время, деньги. Бисер написал, что через час будет. Потому что мне к 6 опять без него походу, придется выйти, блин, потому что можно без него начать, придут там люди. Давай так начнем. Так, а что с шеями там? Херня какая-то? Чего вы там обсуждаете? Ну, только что сказали, что... Ну, у меня не было, только зашел. Их же мы должны были. Короче, чтобы... Ну вот, шею нерфанули, и чтобы вернуть на те же статы, тебе надо 120 пэджей нафармить сверху. Короче, гринд ради гринда, и все. Ну, вот шея, короче, обоссанная, понятно. Любая 271 будет лучше. Да. Чё, Влад сделал, ребят? Да, почти добил сейчас. Дандалара. Там, короче, маг придет, сказал что-то. 20 или 30 минут опоздает. И хант на приколе. Да, тоже. Еще вот сейчас Влад два носка зайдет. Два носка. У вас это как-то на специальное ударение оставили туда или как? Ну смотри, ну Войд говорит так, я, блядь, тоже что-то случайно. Ну я прикалываюсь. Да? Ну ладно. Я же не типа это, не дурачок какой-то. Просто прикольно. Ну так это Слава, у него и два ника коверкает. Два носка, два соска. Талдаром. Валандаром. Ну ладно, хоть это все в шутку. Что-то там слуга в рейд смотрит. Мак, иди кольцо апай. Мордофлекс. Не знаю, что могу сказать. Ну, короче, я купил себе толстовку. Она теплая, мягкая. Охуенная. Молодец. Да, сейчас что такое. Ты доволен? Конечно. Да, да, я доволен. А почем купил? 2500. Где покупал? Блять, а в магазине я не запомнил. Блять, что-то похоже на кроксы, только не кроксы. Там что-то такое название. Сейчас, может, это в Сбере осталось. Бля, ну Зандалара пиздец выглядит, конечно. Ой, вот. Да, выглядит. Хочешь мужиком станет, а по-моему, можно поменять пол. Ты чё, бабой стал, что ли? Но он до этого девушкой играл. Окей.
Зендарайкой. Я тоже Зендаларкой играю. Только нормальный ник придумай, а ты потом опять будешь. Это там маг зашел. Где? Ну тогда дайте ему пати, у меня нихуя нет ни ассиста, ни рела. Я тоже. В смысле, у тебя есть ассист? А какой маг? Эй, я, короче. Ну вот он. И хант еще на приколе будет скоро. Маги, поставьте столик. Ни одного приста. Несколько кастеров, ровист. Что за кастер? Сову для бафа. А, да, в принципе, можно. Что у тебя там свет? Десятка будет хотя бы? ДПС. Ну, спекайся. Если надо, Малефицис может в это ШП. Ну я не знаю, надо по шмоту смотреть. Если, допустим, мусорный смот с духом херу собирать, еще проканает, а если какой-то хороший шмот, там пояс, допустим, серебра, то он, наверное, кому-то надо. ЕП есть. Да, ну ступ. Ты что, зря копил, что ли? Ну, насчет этого я даже не знаю. Не, приоритет твины же, что ли, будет? Мейны. Есть, конечно, приоритеты. Давайте сделаем проходку, да и все. Давайте я днем поспамлю вот, по набору РДДшников. Ну давай, это самое. Самое. Обычно в гильдиях я раньше с набором занимался. Ходи. Ходи. На сколько там? Ну там до синдры. Пройдешь там, ОДП соберешь. Если нормально будет по ДПС, у нас в руке глянем, то может и на фул закроем. Но он там 1010 точно дает. Ну так я говорю, заходи. И РДДшник будет. Так. Пиздец, самая хуевая ситуация происходит во время РТ, да. А че меня в шестое пойду перекинули? На ШП заходи. Ты не слышишь, что ли? На ШП заходи, мы. Я тут за тебя договорился, ебать. Ты там уши забыл, по-моему. Что-то никто не спрашивал за меня, там что я вообще, блин, просто синтека мод висит. А, ты замутил синтека. Да нет, опять же, похоже. Хуёво вёл себя, да, синтека? Да пиздец, да за что? Давай, заходи пристом, какой-нибудь мусорный шмот 64-й пособираешь там с духом, хостой. Хоть СПД больше будет. Д4, конечно, четвертый кусок будет. Дайте РЛа, блядь. Я смотрю, что-то этот не могу поставить. А синтек, что у тебя, свет вылетел? Что? А, у меня комп сдох. Ну, оживляем, что. Альда в 4. Я оживляю. Чтобы, мы сейчас, короче, в ГМХМ ходили, ИК проходили, все нормально было. Я, блядь, захожу в ЦЛК, до босса дошел, и у меня, блядь, компьютер сдох. Кто там за компы шарит прям хорошо? Вот надо, чтобы он мне потом помог. Ну, короче, я знаю одну тактику такую. Вырубаешь комп, короче, и пинаешь его с ноги, блядь. Тактика, блядь, охуенная. Такое только с телевизором помогает. Но. Ну, с телевизором, если еще поможет, блядь, с компом, я потом и без компа там. Древняя тактика, блядь. Так, ну, блядь, три хила хуёво будет, а эрдрушник по-любому. АПС-а где зайдет, нет?
ДПСов здесь нет. Я и говорю, что типа ПСа что-то зашел. В два танка или в три будете? Да хуй знает. Давай в три. На всякий случай. Вот, а кто вообще в гильдию нужен? ШП, Локи, маги, если хорошие. Или, там, ребята, нет. Время. Давайте не будем его терять. Ну, то, что ты говоришь, время, давайте не будем его терять, это не ускорит никак процесс. Вот нужно, чтобы зашел синтек, как минимум. Тогда можно стартануть. Что-то мне не нравится, ПС зашел, лофнулся, а он что-то вообще это самое пишет. Да, он уходит. Где он вообще? Здесь его не видно. Здесь его офнутый. Может, свет выключил? А где вот этот... Мы там, короче, рестора одели еще одного. У него там 4-4, он, ну, одет нормально, то есть. Где он? Вот. Не знаю. Нет его, он не сможет. Ну, вообще ШПшники, совы, локи, да, самые такие нужные классы. Маги вроде есть, у нас 4 штуки. Меня лок слабенький, одевать надо. Совы нужны, сов нет. Где сова? У меня есть сова. 4-4 там, ну... Ну, пока что ты место Эрдру занимаешь, если у тебя будет достойник, да, какой-то. Я позову одного человека сегодня, если она придет, 250-я сова. Нормально. Угу. Сейчас дрова качаю. Ну, вы половину ее знаете. Это кто? Блядь. Надеюсь, это не Хейки. Да. Блять, это Хейки, пиздец. Ну ладно. Он дамажит и хилит нормально, блядь. Че тебе не нравится? Не-не, не Хейки, не Хейки, не-не-не. Чуть по-другому, по-моему, ник. Ну такой. Ну, короче, есть девчонка. Ну все, тогда замечательно. Не этот, другая. Девчонка. Я понял, ну все, замечательно тогда. Че он Хейки не устраивает? Да там история долгая. Нормально. Мы с ним часто здесь бываем. Парнишка. Нет, бесспорно, там они нормально. Они любят мою пачку, да? Да не, нормально. Они там все ЧСВшные. Ну да, ЧСВшные. Так, в принципе, делают все, что от него требуется. Когда люди говорят о таком, что они ЧСВшные, значит, эти люди тоже ЧСВшные. Значит, получается... Бесспорно. Если слот есть, может друид зайти сейчас. Пускай заходит. Что за друид? Интересно. Есть. Ну, хил. У него 4-4 сейчас появилось. Ну, там вот такая голенькая сова. Ну вот, это вот про него мы сейчас говорили. Он, типа, сейчас на нем Влад играл. Он, короче, 3 токена подряд соролил. Да, это вообще бомба была. Считай, почти все токены забрали. Я давно уже в ГПХМ не был, блядь. А куда локи так, все попали? Надеюсь, что, тут целая пачка, блядь, а то вообще нету. Ну, келей нету сегодня. Имя имен. Вон на магис. Вон на магис. На магис, да, ван центр. Саня, забери, наверное, протауру. Так, синтек зашел. Что, стартовать будем? Сейчас же там люди какие-то заходят. Блин, ну ребят, фласки же можно было заранее купить. Пэса с концами, я так понял, да? Походу. Ну вот я его в 8-й кину. Нам, по идее, нужен ДЦшка где-то в середине рейда. Ну, бисер зайдет там. Ну ладно. Че там, тот друид заходит, нет? Да-да-да, сейчас потихонечку уже. Потихонечку это сколько? Ну, пару минут, я думаю, все зайдет. Метки на танков, пожалуйста.
О, все, зашел он. Дайте этого хелпера. Кому? Два соска. Два носка. Похуй, хоть как. Так, сейчас. А че он не в гильдии? Там в какой-то там, блядь, хуй пойми, какой-то гильдии сидит, он так редко иногда заходит, играет. Надо сейчас взять получше его. Стало. Да, надо взять его, пусть сливает, стой. Что-то вы куда-то телепортируетесь постоянно, Хант, где ты? За фласками, туда-сюда, туда-сюда. Оу. Так, это кто рыбу сейчас постоянно? Да мне одна была. А. Это на весь рейд вам, так что не умирайте. Да я намутил. Кто умрет, без рыбы останется. Вот рыб инвалид. Хорош? А у него есть, по-моему. А, он тут с нами уже сидит. Он без войса, друид. Все тогда, ебашим, чё. Так, чё у нас там? Какой гений ты сделал сейчас? Хан. Первый удар, автоматическая стрела на приколе. Это у тебя дон какой-то показывает, кто спулил первый, да? Да, details показывает. Там друид, ну и у кого ИПГ пилот мастера нету, пока трэш там будет, поставьте ИПГ пилот мастера дон, чтобы могли нажимать кнопки там, надо, не надо. Да, шаманы, конечно, не постоянные. Шаман, который энх хилит по итогу. А так всегда. Или шаманов побольше надо, или какой-то постоянный шаман только хил. Да, ДПС полная хуйня, конечно. Так, это Викторка, у меня игра вылетела. Я перезахожу. Вы чё, в лужах решили подохнуть? Почему вы нет?
Давай, друид, инвалид, ресы и буребай. Из луж выходите. Сейчас все хилы сдохнут. Ничего. Сразу каску лапу пристабав по всем. Подъебало, что ли, зашло? Да, подъебало, зашел. Ну, перед лицом, если стоишь, он три цели бьет. Ну да. Помог это... вам. Рез не свято со синтек. А я... да. А что там? Бьет еще немножко. Последний рывок. Я понял. Давай массакру, рарник. Может, рано? Да не, чтобы нас меньше пробивало. Сейчас два танка только, так что хильте получше. У меня 50 на 50. Все, там вихрь, на вихре добьете уже. Так, что это у нас? Меткость крит, СПДшное кольцо. ШПшки. Или кому же? А, у нас ШП. Ну, он может ему отдать, если ему надо. Я где? Только удар поднимаю. Так, я не буду ничего выходить. Вон, за 10 ГП ему давай. А этот маг тебе сильно надо? Или ШПшнику голому отдать? Который Wonder как-то там World. Да, ШП хоста. Короче, тебе на ШПшника давать эту хуйню или нет? Ну, у меня лучше все равно не стояние. То есть можешь дать. Ну, там 240 под воздухом. Пульсирует в жилах. Все это говорит о вашем несовершенстве, вашей слабости. Шапка. Вы осознаете собственную ущербность, тем скорее выберете иной путь. Так, шапка распыл. Господина нет ничего невозможного. Его сила не знает границ. Ничто не может сломить его. Кто откажется повиноваться, будет уничтожен. Тот
тот же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких высот, о которых вы не в силах даже помыслить. Осторожно, это помощник. Он взрывается, сейчас взорвется. Милики, не подходите к ним. А эти помощники, они при смерти, да, взрываются только? Ну вот видишь, и не только при смерти. Палай, что-то у тебя с маной. Иннеры без КД все. До сих пор без КД. О! Чинтек и нырнул. Ниндзя. Даю не зыбку. Здесь, где пауков, бьем, короче, здесь рарник, а мы с Эвила шестой стороны, как обычно. Первая, третья слева, вторая, четвертая справа. Если слева быстрее убьете, то это справа помогайте. Ешьте, пейте. Рыбу надо кому-то, нет? Это паладинов нас 4, а бафа только 2. Тут рыба стоит. Саня, раздай что ли про это всем? Не-не-не-не. А чё так? Мне на кулаки настроен. Дайте пристабав. Могу МП5 раздать. Big damage, давай там работай. Листобаф. Че это за варса тум рналия? Новый какой-то, да? Только сейчас увидел. Ну, он, это, короче, друг Лока. Угу. Какого так, Лока, я не помню. Куришь. Вот меня кто-то сказал. Ифторг? Ну. Да сегодня еще мало варов, кстати. Да, еще вары создам скоро, нахуй. Чего? Чего? Все, пуляйте. Варов мало просто, видишь. Тут вар на ШП превознемогает. Thank you.
трэш. Там моб, короче, в центре милишный. Ну, биг дэмэдж, хуярим его. Ура. Чуть не захуярил. Приверженца убейте. Он сейчас щит повешает. Ну, повешал. Не убейте инвалида. Это звучит пиздец. Давайте Геру переводим. Короче, 12 секунд, 3 ляма. 7 секунд. Не успеют. Хуярьте, похуй. Хуярьте в босса. Трэш потом зальем. Все, я уешьте трэш просто. Дух ворда, да? Их несколько. Все, забирай напылы все на Вилашу. Все, следующие напулы на Войда. Может, сейф какой-нибудь? Да, можно. ШПшник уже сдох. Его паладин убил. Ретрик пришел и заебашил. Буря. На это есть аравист с вихрем. Он по вилкам, кстати, не даст, конечно. Нормально, хилы подохли. Ахису захилить. Ну, вы духов ловите, они по пол хп вам снимают. Еще там стрелы добавляются, еще какая-то хуйня. Вот видите, духи, они идут за кем-то, их нельзя взрывать. Вот челик стоит, кто это? На стресс от духа вот, погиб. World, Mac World просто стоит и ловит духа. Ну, в Гере они шотают 20 метров вокруг. Там чего бы уже... Не сбивает, ДКшник. С первого духа бы уже лежал весь рейд. Ну надо этот аддонт этот скачивать, потому что в миле, блять, их не видно, абсолютно там возня происходит. Косы не видно. Духов не видно в миле. Они не и знаю, так, я моделька, все вижу. Моделька у них такая прозрачная, розовая. У меня там магии всяких. Можно выключить, чтобы не знаю, были... я все вижу. В настройках графики можно, короче, убрать свечение для духов.
и типа они будут лучше видны. Сейчас я даже скажу, как называется. Свечение призрака. Вот ебаная залупа, нахуй. Ебаная эта табличка, нахуй. Тупые, нахуй. Ты это придумал, сука? Что? За ОД давать ГП, нахуй. Да, он, блядь. В каждом рейде я это слышу. Так это пиздец просто, нахуй. Там вроде в настройках можно отключить. Сейчас я посмотрю и скажу, если можно. Бейсер через 10 минут будет. Угу. Так, кольцо, что это у нас? Защита уклонения прерывания. Какая-то хуйня на меня сагрилась, нахуй. Мне просто интересно, что на меня могло сагриться? Штандарт. Один... Где дракон? Вот он как раз и сагрился на войда. О, обратно летит. Ебаный дракон, блядь. Кидает истерию в кота. Да, могу. Я, блядь, вообще не кидал, я поставил... По молсоверу, короче. Сука. Так, то кому я там по лайту отдавал? Да. Ладно, бля, не нету, короче. Но есть функция, короче, давать ГП за каждый вайп. Автоматически всем. Отличная функция. Воу, блять. Хуевая функция. Пришло одно великое поражение орды. Да. А еще, что еще? Тут, кстати, я посмотрел, оказывается, в детейлсе, как в Вуду можно также заклинания настраивать. Вбивать список или айдишник, короче, и босса. Он тоже будет показывать. Вот. Так что у кого есть детейлс, там, короче, вот список заклинаний, заклинания босса, и там, короче, можно создать. Друид вообще хуёвый вот этот. Чё у него шапка без камней? А я не знаю. У него 4Т4 должно быть. Ну, закрытое ещё. А где оно, это Т4? Не знаю. Я могу сейчас заюзать. У меня лежит. А. Ну вот. Ну ты заюзай. Спонтанно всё вышло. Даже ничего не успел. По ходу дела там заюзаешь. Ну, камни какие надо будет, там спросишь, может, у кого есть. Ну, закроем рейс. Всё сделаем. Там где-то на трэше, после сурка можно на трэше, когда чумки трэш будем бить, откроешь, чтобы хотя бы бонус был. И камни какие-нибудь там, хотя бы это, 20 СПД там. У меня есть 6 камней ночью, могу дать. Макс, ты линкани просто, какие у тебя шмотки в Т4, я быстро слетаю, возьму ему и все, сунем камни. Лок присуманим. У меня по цветам камни. Просто если у тебя в Т4 хиловском просто, конечно. Бисера, если возьмем и откроем ему Т4, то вот. Если синтековсову спекать, я не знаю, сколько он давать-то будет.
Я, ну вот мы, короче, в ЦЛК-гер ходили, я 14 дал. Сейчас на сурке, сейчас на сурке посмотрим. В смысле? Я дал 13 800, не надо тут. Хрен где. На сурке подамажишь, подумаем. Все, можете перелетать, убивайте там все. А чего вы не бьете? Бейте быстрее вот этих оружейников, они уже должны сдохнуть все. Спереди, сзади там. Да, у нас просто хистория, и Свято с пушкой сидел, он, блядь, типа дамажит с пушкой себя. Так и скажи, убогие сидят в пушке. Да-да, убогие в пушке сидят. Я никогда не обращал внимания, сейчас ну, типа. Короче, похуй. Свет, история, их торка. Ну прикольно. Ну да, в натуре. Значит, твой трюм в Big Dam. Я решил сушение в толпу и все. Палец по всем развешивай. Смотри, Мурадин прыгает вместе со мной. Как дурачок, второй. Да? Мы с ним, как это, как а в пиратах. А он атаки произносит? Не знаю. Наверное. По-моему, не дает. Что-то у тебя вообще хп не падает. А нет, все ударил. Он промахивается иногда. Ну, как в пиратах Карибского моря, знаешь, этот... Где Джек Воробей бился с этим, с Дэвид Джонсом. Ну? Наверху там, нахуй, на мачте, блядь. Че, перелетаем? И зачем? Давай перелетим. Бейте. Бейте до конца. У меня вон 70 тысяч хп, блядь. Еще ну, крика на хп нету. Это крик... кто на пушках стреляйте в стрелков перед вами. О, пожалуйста. С криком на хп вообще 73 тысячи. Хорош, как надеюсь. Да. Че, будет маг или добьете? Не добьет, походу. Так, отдал кровь вампира. Хильте сейчас сильно все. Все, не зыбка пошла. Перепрыгивать. Да. Добивайте быстрее. То еще сдохнул. Гуребай. Пал. 7 тысяч. 4 тысячи. Только не открывайте. Сейчас мы прилетим, и потом можно. А то он упадет, блин, дракона с пули, да, вон там драконы летают. Ну, кстати, да, вполне вероятно. А, нифига, я его не вижу. О, вижу. Вот теперь вставай. Че там? Норовист вдисит. Топовая триня, короче. Че норовист? Зато наруче. Че, я в сову? Я сова? Да, да, давай. Да, я сова. Так, Буребай тебе не надо? У меня не с этого, с Орески, пиздец. Это бесплатная монета, надо кому-то. Влад, есть масло?
Давай, на кого бог пошлет, короче. Сейчас я захожу. Давай. О, приз заходит. Всем за вайп. Не знаю, кто говорил. Yes. Не, это шутка, наверное, какая-то была. Справа, Макс. Я нигде не могу, у меня не работает киллбот в сейве. А, так. Вот, да ебать, ты просто большой. Наручи ханту. Да не надо нихуя что-то. Да, похуй. Давай, давай. Так, ты в сейве, да? Да. Дайте пати бисеру. Так, ну а киса тоже давай подамажь. Два хп ал эрдру, я думаю, справится. Трон Зендавар, очень ждем. Кейли, да. Он рыба. А, там тоже нет ридара. Блять, две рыбы, сука. Релог, подожди. Че, поехали? Сейчас подожди, дом забагался, хил. Перелопнулся? Нет. Игра вообще повисла. Альдеф 4. Спасибо про перчатки за...